Минтруда рассматривает возможность ввести оформление трудового договора в онлайн-режиме. Согласно программе внедрения цифрового документа оборота, планируется перевести в электронный формат все кадровые документы. Оформить без личного присутствия можно будет трудовой и ученический договор, договор материальной ответственности и прочее. Нововведение значительно упростит процесс оформления документов. Договор можно будет подписать с помощью электронной подписи. Подробности на нашем сайте.